Большое спасибо за донат, фанат группы Виконт. Текст доната: обосранный сирулет без очереди, проставляюсь. Спасибо большое. Вот, как бы просто, как говорится, пришел, забайтил, победил. Новая песня, час назад вышла. Вот, музыка, Антон говорил, слова: неопознанный силуэт. Сирулет. Эффект такой странноватый, кстати. Хоп, типа, начинается гитара, и потом... Типа, одни низы остались. Прикольно, прикольно. Чё, чат, как вам? От 0 до 10, где... Не знаю, где 10 — это Виконт. Шучу. Я так мечтаю снова услышать те три слова, которые всем девочкам шепчешь на ушко. И говоришь так сладко, как будто ранним утром. Блин, на самом деле, ну, тут умом все сделано. То есть просто у человека гига просто такой прям аж приторный голос. И просто делаются такие же песни, которые, типа, ну, подходят очень хорошо просто. Вот. Ну, я постоянно, помните, говорю, что, типа, будет тупо, если Филипп Киркоров будет петь «Все идет по плану», да? Или будет тупо, если чувак, типа, там... Плюс внешность тоже может влиять. Если чувак с внешностью просто, там, кавказского горца будет петь, там, что не знаю... «Слава Руси моей!» То есть, ну, типа, ты ему не поверишь все равно, как бы там это что ни было. Вот, то есть важно, чтобы было соответствие твоего, так сказать, естества, там, образа или еще чего-то тому вообще, что ты делаешь. Здесь оно есть, как минимум, и это уже здорово. «Будешь свою новую лучшую подружку, и пудришь все маски, и говоришь, что любишь каждой девочке на свете. Врешь ты всей планете, ведь думаешь, что ты лучше всех на свете, игра твоя жестока, и ты...» Барабанный ритм, ну, тоска. Но Оффенс голос слишком плоский, мой вечный любитель оперных завываний и церковного хора. В целом все очень хорошо. Ну, для такого материала. То есть, типа, тут прикол как бы не столько в вокале, сколько, может, даже в самом тембре, и, типа, правильно вот его так вот... «Сладенько подать, ребята, вот такой же ты... Любишь меня, больше не любишь». Типа, это вот все очень классно работает, на самом деле. Это музыка для настоящих вот мужиков для завода, как бы. Вот они приходят после смены, там, сталь, типа, вот варят весь день, и потом ждут альбом Доры, там, и так далее. И вот им будет супер по кайфу, я уверен. То есть прям очень понравится. «И говоришь, что любишь каждой девочке на свете. Врешь ты всей планете, ведь думаешь, что ты... Мне единственное здесь, наверное, вот, ну, драм-партия, это же просто, типа, этот... Вот, наверное, если ты впервые в жизни сел за барабаны, и вот самое первое, что ты сможешь сыграть, это вот как бы этот ритм. Вот он в этой песне еще есть, типа... Типа, мне кажется, что... То есть здесь, допустим, в этой песне, здесь, кстати, в гитаре как будто ритмика, типа, писька-пиписька, а в барабанах просто вот это. Но в сумме оно работает здорово вместе все. Все, то есть это типа супер здорово работает. Вот. У Майкла Джексона, опять же, то есть там. Ну, у него, то есть, плюс оно еще есть здесь чуть-чуть перкуссия какая-то там, типа, почти незаметная, которая, опять же, какой-то шейкер, как будто в левом ухе здесь, да, есть сейчас вот. То есть в итоге оно аранжировочное, ну, типа, гениально на самом деле. У Джексона это, ну, Билли Джин, да, типа, есть тоже вот этот ритм. Но там, типа, опять же, как бы оно должно работать все вместе. Вот здесь мне кажется, что... Оно не работает просто. Типа, как раз перкуссию, всякую вот эту вот шейкер какой-то сраный добавить сюда, в этом в левое ухо, тамбурин, там, не знаю, еще что-то. «Ранним утром ты будешь свою новую лучшую подружку, и пудришь все маски, и говоришь,
каждой девочке на свете. Здесь просто идет вот хай-хетик этот, короче. Ну, он здорово, кстати, по звуку сделан все, но типа здесь скорее аранжировочное. Оно... Ну, вот на том же контрасте. То есть, если, допустим, идея именно и была, вот что вот подобный ритм, типа, сделать, то аранжировочно тогда под такой простой ритм надо добавлять всякую дресню, типа, маракасов, типа, и этих... Там, ну, короче, перкуссию всякую. Чуть-чуть там в левом ухе, чтобы... Да, и все, будет супер кайф. Фардо рассказал, ну, конечно. Ты думаешь, что ты лучше а тут там на свете, просто идет этот ритм, и он... Прям тупо звучит слишком. Скай горит, любовь моя, и пеплом развивается по ветру. Вот такое что-то надо сделать сюда. Прокричу так всему свету. Я прокричу, что ты не нужен, и что я тебя убью. И по сути, это единственное, чего вот... Вот все, вот чисто это добавить, это будет прям вообще супер трек. А так он просто пресный получается немножко. Хотя по звуку все, ну, здорово. И звук, и там, в общем, там концепция, идея и так далее. Надо, короче, да, вот типа не плениться. Это, по сути, один звучок. И все, он уже будет супер здорово. Кахончик. Ну, вроде да, кахон. Ну, нет, тут... Тут почти все ок, надо, говорю, в эту аранжировку добавить просто какую-нибудь перкуссивную дресню. И будет супер клево тогда. И без этого как типа. О том, сколько слез проливают эти дамы. Не берешь трубку по услуге, выручай. Ой, как жаль, потеряла я связь, прощай. Не услышу больше те слова никогда. И скроюсь от всех глаз, что понял, ну кого ты потерял. Ну, кого... Текст, типа, ну, обычный, не знаю, что скажешь. Сфотографирую ебало, чтобы ты узнала, кого ты потеряла, короче. Ты потерял. Ну, нормальный. Кого ты потерял, горит любовь моя, и пеплом развивается по ветру. То есть она чисто из-за... Ну, типа, как бы он так, такой и должен быть примерно. То есть под такой, типа, голос, песню, аранжировку, он такой и должен примерно быть текст. То есть такой что-то простоватый, прям вот именно... Тут не надо сидеть там мудрить. То есть, ну, текст, не знаю, меня не бесит, по крайней мере. Это уже хорошо. Я на хэт можно просто. Люблю тебя и прокричу так всему свету. Так здесь вряд ли живые даже барабаны, я думаю, они нарисованы. Я прокричу, что ты не нужен, и что я тебя убью, и что так сильно не... Зачем это играть вживую, если это легко нарисовать можно? Мы недавно включали этот Jamiroquai задонатили. Вот у них, зацените, просто прикол. У них есть куплет, но он и так, понятно, очень качает, потому что там, типа, вот басец просто все спасает невозможно и так далее. И вот у них куплет от припева отличается только как раз вот наличием какой-то вот этой перкуссивной штуки. То есть если послушать просто Oasis там и так далее, просто если начать вслушиваться, то есть... Заметить, что оказывается супер дохрена в каких популярных песнях все время есть какая-то такая вот фигнюлечка. И насколько сильно она вообще меняет всю картину. Вот у них куплет от припева по там всей динамике и так далее отличается только одним этим штукой, ну, одной этой штукой. Просто вот чтобы было понятно сравнение, я включаю сейчас. Чтобы насколько это кажется ерунда, а насколько на самом деле оно влияет. Вот идет куплетик. Ну так, прикольненько, приятненько. И вот припев. А, нет, вру. То есть они потом уже начали там какие-то сбивки, там всякие вот эти штуки добавлять.
Но по сути оно же даже не меняется ничего. Только тамбурин и все. Вот идет. И все, это прям супер бодрый припев пошел, просто невозможный. Чисто вот из-за одного вот этого вот звуки, чё. То есть это... Не знаю, у этих, по-моему, было где-то. У них где-то в конце, то есть идет такая вся песня. Здесь просто так все. Да. И вот чтобы концовку, короче, сделать прям супер невозможной. Не помню, что-то было. Проверю. Не, здесь кстати, даже не стали делать. Здесь как-то обошлись. У Oasis точно было. Они прям с этим вообще всегда просто заигрывают. По-моему, он чуть ли не сразу должен здесь был быть. В припеве, значит, все-таки есть сейчас. Где же он был, сука? Может, не запих песни. Вот здесь точно перкуссивно все прям от душински заполнено. Во! Вот здесь он есть, в Underwall есть. И просто представить без этого, что было бы. Вот все не работает уже сразу. То есть, вот, короче, иногда... Это невероятно клевое решение. Просто один сраный тамбурин. И здесь как раз вот я уверен, именно этого не хватает, чтобы было супер кайф. А, этот... ну, блин, это... Ты чё, это 50-е на самом деле какие-то. То есть, типа вот этого, да, там? Да не, ну, тамбурин, старая добрая как бы история. То есть она в абсолютно разных жанрах. Ну, типа шейкер, тамбуринчик, то есть какой-то вот... То, что универсально почти всегда везде клево срабатывает. Вот. Я, кстати, это довольно мало всегда использовал. Вот, ну, типа вот. Концовка классная такая. Гитарный гриф. Ну, выбор ноты, звука нравится. Ну, все, хиток, типа, нормально все. Ну, то есть, может, не то, что... Ну, вряд ли это будет там самая популярная песня. Как бы не обоссанного сирулета. Это как будто, ну, просто хорошая песня, норм такая, приятная. Вот, ну, короче... Короче, да. Короче, тамбурин засовываете в следующее. И все будет прям нереально вообще будет звучать. Причем он в этом даже встроенный есть в Logic'е, например, есть. Я не знаю просто, в какой программе это все делается и так далее. Ну, я в Logic'е прям нашел супер кайфовый. Там он, короче, когда нажимаешь клавишу, там идет... И когда ее отпустил, она хоп, типа обратно, и там... Я так сидел, делал такой класс, балдеж. Всяких там шейкеров и так далее. Это прям, как говорится, мелочи приятно. Прям как неопознанный силуэт. Вот. Выгорит твоя фальшивая любовь. То есть въедается, запоминается, все четко. За все в ответе, пускай горит любовь моя и пеплом развивается. Барабаны, опять же, ну, мы постоянно говорим на стримах, что там челики, кто именно начинающие, пытаются сами себе что-то свести, у них всегда не слышно бочку,
Или там наоборот она лупасится всей дури, там типа малый лупасится всей дури. Тарелки громче всего и так далее. Вот опять же, мы слушаем, неважно, металл, там, регги, еще что-то. То есть это практически аксиома. Бочка с малым чуть-чуть атакистые, можно они, ну, они могут быть мягкие, но атакистые. И на переднем плане тарелки ровно вот, чтобы их было слышно и без там всякой противной дресни, то есть чуть-чуть. И типа даже здесь оно так же, видите, сделано. То есть бочка снейр. Типа сведено мега грамотно и так далее. То есть здесь, короче... Я больше не люблю тебя и прокричу так всему свету. Ну типа... Не, оно на самом деле уже хорошо. Вот чтобы было идеально, бубенцы нужны. Типа. Ну, короче, аранжировочно можно пару решений сделать было чуть поприкольнее. Чисто именно уже там не по звуку, не по даже самой песне, там, композиции и так далее. Чисто аранжировочно. И так вроде все, ну, найс. Все, успехичи. Значит, как прославитесь на концерт в Москве, мне випку там и так далее. Вот. Причем это... Я именно как раз вот, ну, пытаюсь подсказать такую вот штуку, которую это легко сделать, но она прям очень сильно улучшится. Вот. Короче, успехов, мое почтение. Едем дальше.